Жюри Всероссийского конкурса лучших учителей страны назвало имена победителей. Из Чувашии в этот список попали 12 педагогов. Одна из них – Алена Ядрецова. Преподает чувашский язык и литературу в Брестинской школе номер 2. Краткие формы или полные формы используют? Краткие формы почему? Там еще отвлеченный счет, потому что полные формы. Впрочем, преподает не совсем подходящий глагол. Уроки Алены Андреевны проводит в форме игры, КВН, творческого конкурса. Поэтому ребята ждут ее занятий с нетерпением, а отвечают с удовольствием. Мы выполняли разные задания и поняли, кто лучше знает чувашский язык. Отгадывали загадки, переводили разные слова на чувашский язык. Я думаю, то, что самое главное в чувашском языке, это то, что вот уметь хорошо произносить слова, то есть там, выговаривать все, читать, да, уметь переводить, это тоже очень важно в чувашском языке. Наша съемочная группа попала на свою игру. Занятие, разработанное Аленой Ядрецовой по мотивам известной телепередачи. Педагог уверена, поурочные планы должны составляться как сценарий произведения, то есть иметь вступление, кульминацию и развязку. И, разумеется, необходим диалог. Важно, чтобы ученики услышали друг друга, и важно, чтобы ученик услышал тоже учителя. То есть мы говорим, действительно, особенно сегодня, важно применение интерактивных методов на уроках. Это применение различных игровых форм. Премии президента России лучшим учителям вручают с 2006 года. Алена Ядрецова участвует в конкурсе третий раз и всегда побеждает. Свое вознаграждение, а это 200 тысяч рублей, учитель собирается потратить на новые пособия и методическую литературу для детей и для себя.